Приветствую вас, геймеры, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем играть в Europonia Salis 4 за Австрию. В прошлом эпизоде, традиционно расскажу вам, мы унаследовали, как видите, Бургундию, тут Испания повоевала с Фрашкой, опять разбили Францию, тут какая-то ерунда появилась, Нормандия, она стала моим вассалом. Неспроста, потому что хочу я вот эту вот всю береговую линию отжать в будущем. А это значит, что надо будет мне еще вот с этими дорогими друзьями подружиться в будущем. Я более чем уверен, что у меня это получится. Надо просто немножечко усилий приложить. Так, что еще хотел сказать? А, вот. Англичане тут захватывают Францию, так что я думаю, что французам очень серьезно сейчас не поздоровится. Очень-очень. А вот Испания, помните, была тут у них земля небольшая. Они, кстати, ее проиграли, к сожалению. Ну ничего, мы когда-нибудь тогда сами на Бриташку нападем. Бриташка, кстати, с кем дружит? Швеция, Савойя. Ну, в принципе, несложно загасить их. Будет. Ладно, а сейчас нам предстоит быстренько, очень быстренько напасть на Милан и его союзников. Очень быстренько по той простой причине, что если сейчас случится какая-то бяка с этими, как, с Верой, короче, если какая-то бяка случится, то будет очень херово мне. Вот. И по поводу унии с Богемией, я не знаю, я все больше склоняюсь к тому, что... Ну и нахрен, эту унию как-то не помогает. Повоюем за смену религии с ними. А потом, может быть, еще раз за унию. Ну, а не факт. Так. Ха-ха. Сейчас я тут действия вроде назначал людям, да? Нормально тогда, давайте. В атаку погнали. А, я еще задание не выбрал. Флот, границы, улучшить отношения с Зальцбургом. Пока не надо. И доступно национальное решение поддержать контрреформацию. Миссионеров дадут. Давайте, пригодится сейчас. Очень пригодится. Стоимость идей и технологий, правда, подорожают. Ну, ладно. К сожалению, мне это очень нужно, поэтому... Придется вот так вот жить. Так, кстати, как у меня тут с единством веры? Ну-ка. Вот. Ну, правда, все равно миссии и прогресс миссии будет низкий. Ансбах, Констанц, это где? Констанц. Вот это, скорее всего, что-то вот здесь, да? Нет. Ладно, ну нафиг. Давайте, короче, как сделаем. Я в любом случае сейчас... Так, если не 4. В любом случае сейчас буду админские здания строить, если где-то это можно. Вот эти вот. Офисы и резиденции. Будем их строить потихонечку. И я думаю, все образуется. Так, так, так. Так, так, так. И вот так. И вот здесь еще. И вот это. Тут можно. О, везде можно понастроить. Ну-ка, давайте. Давайте тогда здесь. И подальше. Так, здесь вот приличный доход очень. Ладно, давайте вот здесь вот по периметру. Так, здесь, здесь. Сейчас дофига очков, конечно, админских потрачу. Ну и ладно. С админкой у меня проблем сейчас не возникает. И это здорово. Крайне здорово. Да и с деньгами тоже не особенно. Я еще, по-моему, ни одного займа не брал. Усё. 918 денег.
Там потом посмотрим. Казарма попозже построю. Воентехи качать надо бы, наверное. Так, и тут очень большая вот эта вот хрень. Давайте я скажу. А! И слушайте, тут какая-то хрень. Венеция, пойти, иди в баню. А, я забыл вот эту вот скорость повысить. Ух, сейчас загасим этот Милан мы. Беспорядки на культурной почве. Да ну их нафиг. О, они как раз вон здесь. Сейчас положим их все. Тут Неаполь еще ходит. Все, сражение за Виллидж Брикссен выиграно. Тут несложно было. Но, повторюсь, все надо делать очень оперативно и очень быстро. Потому что, если мы не будем быстрыми, то тут может произойти нечто ужасное. О, Пиза тоже воюет против них. И Рагуза, ребятки. Ну, Рагузу сейчас загасят. Рагузу я вообще вассалом хотел сделать. Ну, ладно. Сардиния заключила союз с Пизой. Вот на Корсику хер доберемся. Это вот жопой чую. Ладно. Не буду ругаться. Пока ничего плохого, в принципе, не произошло, ругаться не буду. А вот произойдет, тогда начнем. В принципе, осады потихонечку идут. Армия Милана, правда, тут довольно сильная. Ну ладно. О, бриташка загасила тут. Земли некоторые. Французские и армию. Короче, чувствую я, распилом попахивает. Фрамы, скорее всего, распилим, получается. Но, знаете, это выгодно. Я теперь понял, что включение земель в состав САИ мне очень нехило авторитета добавит. И я начал, наконец, что делать после того, как установится вечный мир. Потому что после запрета на ведение войн внутри империи авторитет все равно будет как-то повышать. Я думаю, тогда уже случится борьба лиг католических и протестантских. И официальная религия появится. Поэтому я думаю, что это вот будут только два способа повысить авторитет. Ну, кроме оборонительных войн. Это, собственно, настоятельно рекомендовать в католичество обращаться всем князьям. И еще один способ — включать свои земли. Но новые в состав империи. То есть очень пригодится на фрашку нападать. Ну и, конечно же, на моего лучшего друга со времен еще партии засечь, дядюшки Султана. Так, вот тут сейчас главное, чтобы этой бяки не произошло. С переходом в новую веру. Это, ой, как меня бесить будет. Вон тут испанская рать. Сейчас пойдет Корсику осаждать. Не, мы выиграем. Надо только очень быстро действовать. Очень быстро. И все будет норм. Потому что я очень буду громко ругаться, если кто-то обратится в веру другую. Вы простите уже заранее, потому что такое может произойти. Но... Ладно, установление связи в Ватикане. Влияние на папу? Давайте влияние на папу. Главное, чтобы жадность, так сказать, фаера не сгубила. Потому что, если я сейчас... Если я ереси... Ладно. Так. Ульмские националисты.
Да положим мы их, наверное, нет? Как думаете? 62 очка тратить. Не хочу очки тратить. Так, что я вам хотел? Я уже забыл, блин, что хотел сказать. А, по жадности, по фраера. Да. Вот сейчас, если я буду слишком медленным, какая-нибудь сайн тут обратится в другую веру, вы уж простите за такие нехорошие словечки, но я говорю так, как есть. И, конечно, это у меня море негатива вызовет. Фальс просит брак. Ну, соглашусь. Пизу. А, это Льеш. Льеш пущу. Сейчас осада закончится на Милан. Дядя Султан объявил Австрию своим соперником. Отлично. Так, Трех просит пройти. Трех пустим. О! Слушайте, ребятки! Крутяк какой. Заблудшая овца какая-то вернулась. Католичество. Короче, мы можем сейчас, в принципе, уже мир предлагать. Да осаждаем Милан только. И новая реформа будет, да? Сейчас. 20 князей поддерживают реформу, не поддерживают 18. Ну, я так понимаю, осталось только мир заключить. И реформа будет. Ну, что самое главное, никакие бяки сейчас, наверное, и не помешают мне. Надо просто... О! Евангелическая уния. После того, как император Антон I отозвал места протестантов в имперском парламенте и сформировали Лигу Шенцхедов, католическая лига, короче, появилась. И я лидер лиги за католичество. С чем самого себя и поздравляю. Понятненько. Че это я на богемию переключился тут? Хз. Зальцбург вступил в Лигу за католичество. А помните, кстати, кто в Лиге за протестантизм был? Такой нехороший. Шведы. Курляндия. Финляндия. Финляндия? Прикольно. Ганза. Гамбург. Клеве. Ну, в общем, миноры пока всякие. А здесь Пфальц, ну, не назвать, конечно, его минором, но и, собственно, очень грозным тоже. Слушайте, уже минорами стали. Смотрите, Пфальц захавали. Засранцы. Ладно. Пфальц стал минором тогда. Рига. Ой, какая помощь. Зальцбург, Вюрцбург и Трих. Вот если поляки вступят в Лигу, это будет крутяк. Поляков в Лиге увидеть и Испанию. Богемия вступила в Лигу за протестантизм. Так, ну что, осада, давайте, заканчивайтесь. Ну-ка, если я Милану мир сейчас предложу, что будет? Кремону и Модену вступить. А, вот, можно Манту и Модену создать, но я, наверное, не буду. Я просто смену религии попрошу у Милана и хватит. Так, Рагуза сдается. Католичество, торговая республика. Я, наверное, деньги у них попрошу. Пусть мне копеечку заплатят. Потому что полное присоединение это. Очень, очень недовольны будут все. Да мне это и не нужно пока. Эх. Могу, в принципе, за вас садить, но они тоже не согласны. Так. Ну тут тоже мнение изменится. Надо оно мне. К тому же связи у меня и так достаточно. Попозже за вас садим. Денежку, в общем, да?
за дружить мир. Репарации, короче. И вот это все. Дукаты. Денежка, она всегда в цене. О, Бургундию загасили. Комедия Дель Арте. Изменение престижа за год. Давай. Ломбардию взяли. И Пизу. Пиза признает поражение. Ну, я то же самое. Деньги попрошу с них. Деньги, деньги, деньги. Репарации и денежку. Не, Милан от меня не откупится. Давай, чуть-чуть. Все, Парму взяли. Сейчас Тоскану возьмут. Да и Корсику можно. Нет, Корсика не согласна еще. Фак, князь еретик, Фальц ушел. Из истинной веры. Так, Тоскана, подожди. Модену создай, во-первых. Во-вторых, дукаты, в-третьих, репарации. Ну ладно, не хочешь репарации, не надо. Просто модену создай. Становление княжества. Я вернул свой имперский авторитет. Ну давайте мир Милану. Корсику уже не буду ждать. А то опять бяка какая-нибудь произойдет. Все. Нифига себе, 75 авторитета у меня стало. Я не могу. Ребятки, проводите реформы, пока происходит религиозный конфликт. Понятно. Ну, давайте тогда на Богемию нападем. Союзники. Зовут членов лиги. Охренеть. Да мне пофигу на этих членов лиги, мы их загасим. А, Московия? Не, ну с Московией проблемы могут случиться. Могут проблемы произойти, да. Стекает казус на Бранденбург. А Бранденбург где? А, вот. Сейчас. У них союз с Речь Посполитой, так что. Такие дела. Ладно, я не буду пока имперский авторитет копить. Какой в этом смысл, если сейчас вот эта хрень происходит? А вот Богемии войну объявить надо бы. Попытаться хотя бы. Да загасим их, несложно, ребят.
Та же Речь Посполитая полностью завалит Московию, я думаю. Хоть она и такая огромная. Топаем, короче, сюда. Посмотрим, как все будет. А, и самое интересное, что члены Лиги за католичество все... Ой, да, все равно меня не поддерживают пока. Зато он Рязань, блин, будет воевать со мной. Ну, офигеть теперь. Офигею. О, вот так получше. Испания, Речь Посполитая, их загасят всех. Да, можно посмотреть по численности тоже. В Москве 21 тысяча человек всего пехота. Короче, положим всех. Правда, я не думаю, что это война лиг, конечно. Думаю, что это просто какая-то бяка сейчас произойдет. Короче, католичество официальной верой может стать. Ребятки, я теперь примерно понял. Понятно все. Ладно, давайте. Погоняем. Люнбург незаконно аннексировал княжество империи. Вот засранцы, а. Ну, разберемся с ними потом. Нюнберг меня оскорбил. Нюнберг, ты Нюнберг. Ой, не то нажал. Да, в Лиге за католичество уже Испания, кстати, находится. Думаю, Речь Посполитая тоже туда войдет. Ух ты! Ну, знаете, ребятки, как мне не шуточно повезло. Сейчас. Потому что дядя Султан, он бы ушатал уже. Всех. У него по-любому тут армия тысяч су... Не знаю. Ну, 1040 вот здесь вот, да, точно есть на европейской части, на... Азиатской части, ну как азиатской части, ну, вот этой вот части, которая за проливом. Наверное, вообще дофига. Китайская народная мудрость, потому что так было почти во всех моих партиях, что здесь два человека, в кавычках, а тут целые рати несметные. Ладно, погнали дальше. С другой стороны, о, мы можем крестить уже кого-то. Давайте Зунгау крестить. Выиграем сражение за Богемию. Тут он Саксония воюет, оказывается, с нами. Мы их, по-моему, сможем отцеплять, да? Я хотя бы надеюсь на это. Пока.
Ну да. Короче, мы всех на смену религии поставим. Пошли в баню. Так. Ну, а начнем, конечно, с богемии. Ну, тут трати, конечно, ходят. Ну, это я, конечно, образно говорю. Ну, вы понимаете. Где тут испанские? А, мне интересно. А, мне так нужна. А этот и нет. И да, и тут, ну-ка. Сейчас. А, не получается этих призывать, которые в лиге за протестантизм. Ну ладно. Обойдусь как-то. Тогда. Вон там Московия уже на Речь Посполитую идет. Ух, засранцы тут ходят. За Шумалу сражение выиграно. Все, сюда еще сходим. За Магавио выиграли. А вы упоролись, твари. Все. Норм. Так, встаем тут. Извиняюсь. Даже маленький бурбон гасит всех. В Москве, ребятки, конечно. Армия не такая уж и маленькая. Довольно приличная, но загасить их не очень будет проблемно, если шведы не подоспеют, потому что у шведов я совершенно хз сколько людей. А, уж можем посмотреть, у Швеции 12 тысяч, 2 тысячи, не сложно, слабые, все слабые, тут силачей раз-два я обчелся, и все они на моей стороне, к счастью. Вот испанская армия, как только сюда приплывет, это будет означать конец им всем. А это очень близится, ребятки. Они по-любому приплывут, просто надо дождаться. Магавио взяли. Тут надо помочь Бурбону быстренько. Все загасили. И Тушков. Ну а что там мы в минусе? А, понятно. Он. Ай, ребятки. Ребятки, ребятки. Тут эти засранцы разгуливают. Вот чё. В чем проблема-то? Гасконь стал английской. Так. Знаете, тогда как поступим? Так. Значит, этот отряд я верну сюда, на место, да, домой, так сказать. Вот здесь корпус отделю, достаточно для осады. А вот этой армии пойду давить
всех тех отстойников, которые там ходят. Престиж или эффективность? Дайте эффективность. Пока пригодится. Мы сможем крестить Констанс. Не, это так, не очень. Штука. Рудные горы взяли. Так, командира найму, наверное, за 50 очков. И сходим. Загасим вот этих подонков. Сражение за Вестфалию вон выиграно. Ульмские националисты в Ансбахе. Не, я с ними разберусь. Это будет не особенно долго. Нифига себе война усталость. Надо депачки потратить. Да, сейчас хотел идею. А, стойте, мне до идеи чуть-чуть осталось. Дайте идею вкачаю и усталость понюшку. Тут уже дошли почти. Бегство реформистов. Какие-то бяки тут происходят пока. Ой. Слушайте, тут еще какие-то засранцы что-то делают. Недоброе. Все, этих сюда. Так. Сейчас. У дулинских националистов положить пока времени нет. Но мы с ними разберемся обязательно. Сражение за бреду выиграем. Вот этот отряд сейчас погасит в ко всех недоброжелателей. И мы пойдем потом в Ансбах. Савойя Швейцарию гасит. Интересно. Блин, поляков порвали. Наивный родственник. Защита от шпионов, так защита от шпионов. Так. Блин, хер знает, где же находится. 78 очков. А, смотрите, техиш можно уже идею. Давайте. Идею. По претензию пригодится. Так. И беспорядки, значит, мне советуют культуру сделать, да? Отлично. Сделаем. Семьдесят восемь очков, это, конечно. Не знаю даже как. Давайте подождем еще немножко. Тут это я объединю. Вон там армии, в принципе, очень приличные действуют. Думаю, справимся. Так. Давайте-ка я здесь еще... А, нет. Бесплатных командующих не могу нанимать. Давайте тогда так. Рокировочку сделаю. Так и вот так. Так.
Блин, засранцы. Мешают. Ладно. Придумаем еще чего-нибудь. Блин, вот эти вот ушлепки тут еще хуй. А вон Фейсландия, она ж недалеко совсем. Разберемся сейчас с ними. Так. 9. Ага. Понятно. Да вот этот отряд пошлю и жопа. Португалия объявила Австрию 71. Там очень вовремя. Он Веттин умер. Так, мы выиграли. Сражение за Голландию выиграно. Курляндия заключила союз военный. Итс Утрехт. А слушайте, мы с Утрехтом еще не разделались точно. Все, этих болванов положили. Тут опасные, ребятки, территории. Ни одного союзника. Это будет очень жестоко. Так. Значит, отряд сюда. Один. Второй отряд сюда. Нации погасим. Все, Зунгау в исконной истинной вере. Теперь можно и с Констанцем разобраться, и вот с этой ерундой. Милый дипломат. Давайте дипочки. Жалко, что мне про имперское влияние пока не дали. Ничего, военные техи. Прекрасно. Сейчас мы пушки поменяем. Бомбарды. Не, давайте крупнокалиберные. Люблю большие пухи. Сражение за Ансбах выиграно. Можно спокойно идти обратно. А, вот. В Ансбахе можно тоже крестить. Молиться, креститься, слушать радио Данеш. Да. А, и слушайте. Давайте этот отряд, наверное, на подмогу направим. В Голландии, ну, уж слишком много засранцев всяких водится. Так, Московию, как вы видите, загасили, вон испанская армия ходит. Все очень легко. Пока. Вот так вот война, третья за эту долбанную унию, превратилась в какое-то побоище. Мы людей серьезно потеряли так, кстати. Давайте усталость от войны, значит, понизим. О, сразу тут загасились ребятки. И вот, нормально. Будем дипачки на нее тратить в основном. Ну и невернистские националисты. С ними я военными очками разберусь в следующий раз. Так. Все. Значит. Вот сюда пойдем. Так вот. Надо навязывать смену религии. Этим дуракам всем. Все, Женя, забег. Просьба на поход войск от Майнца. Майнц не пущу. Ух ты! Кёльн с нами. Ребятки, Кёльн с нами. Как он с нами только? Интересно, умудрился оказаться. А, еще интереснее, какого хрена тут 56. А, нет, не А.
Подождите. Вот так сделать можно? Да, мы тут сейчас на сражение поиграем, к сожалению. Осада Шумавы выиграна. Все, даже если мы сейчас проиграем битву, войну мы выиграем. Да, придется отступать временно. Сейчас Богемия в осаде будет. На Московию все рать дружественная обрушилась. Ну а вот с миногами придется походу решать проблемы собственными силами. Рекрутов мало. Рекрутов. Споры о порядке наследования в Бранденбурге. Все, Богемия сейчас рухнет. 70% осада. Лексу защитников идет. Вон там 12 тысяч идут нам на подмогу. Поезд проход Венеция. Богемия пала. Мы у них, ребятки, вот это потребуем. Не нужна мне эта ваша странная уния. Больше. Так. И, значит, как еще поступим? Вот у меня две армии, еще две армии, да? Давай. Давай всю рать сюда, на миногов. Я не думаю, что уже кто-то пойдет тут. Поэтому нормально. Так, вот сюда пошлем. И вот сюда. Ой, вот сюда. Сейчас они все, козлы, правда, объединятся. Да и ладно. Не выбрано задание. А, задания все те же. Эльзас пусть пройти. Тут у нас 11 тысяч богемцев стоит. Гамбург тоже отступает тут. Давайте этих ушлепков всех загасим, значит, сначала. С Богемией разберемся. Констанц в истинной вере. Прекрасно. Соня, извини, но нам от тебя надо кое-что еще. Только и всего. А и деньги с репарациями. Заблудшая овца вернулась.
Да, и лигу она по-любому покинет. Только громадные проблемы будут при выборе императора. Поэтому, возможно, мне придется сейчас унить. Люто и бешено унич. Так. Ух ты. Португалия лига в лиге за протестантизм. Сейчас еще и бриташка будет в лиге за протестантизм. Это будет конкретная нелепость. О, Норвегия в лиге зато за католичество. Че за упорка? Бранденбург. Лидер лиги. За протестантизм. Ясно, понятно. Так. Антону фон Габсбургу 45 лет. Я думаю, нормально. Так, давайте вот этих сначала выгасим. Дурачков. И дурачек. Ну и теперь тут масштабная осада. Прелестно. Так. Москве уже все, осаждают потихоньку. Такс. Десять тысяч сюда. 17 тысяч тоже. Эти уроды там что-то недоброе хотят замышлять. Ну и 1000 мы 7000 загасим. Там еще Ганза, оказывается, атакует. Все, сражение за Богемию выиграно. Давайте отряды поделим. И этот отряд направим куда? В Исландия. Ганза где, интересно? Вон Ганза. В Ганзу давай. Этот отряд отправим гасить. Всех дурачков. Меркантилизм. Сусы купец. Давай. Все равно как-то я не особо с этим дружу. Влияние на папу выросло.
Так. Кто там еще воюет? Ну-ка. Клеве. Ну, Клеве, он тут где-то должен быть, да? Скоро у ты ищет. Понятно. В общем, мы уже всех там осаждаем. Негодников. Даже шведов. Ну, шведы не согласны на то, чтобы сдаваться так просто. Ну-ка. Исландия. О, на Рязани можно мне предложить, если они... А, они вассалы. Понятно. Ганзы. Ну, этим ребятам надо смены религии навязывать. По этим случаю будет не круто. А, мы еще в Исландию не загасили. Оказывается. Все готово. Вот тут, думаю, гарнизона хватит, а остальных... Давайте вот в Фрисландии еще людей. Я не использовал. О, уже не забыли. Так, и давайте в Клеве. Идем мочить Гамбург. И все. Это будет конец. Не, сами принцы меня не интересуют, дорогие друзья. Я вам предложу вот чего. 61%. Не хотят засранца, ну, как хотят. Московия уже в своем решении, наверное, жалеет. Швеция еще не согласна сдаваться. А Московия? Московия сдается уже потихонечку. 11% набрали. Ух ты! Прикольно. Не, не надо. Спасибо. Да и Москве это не понравится. Смена религии. 1022%. Новые державы. Вот раздробить Московию, я думаю, самым умным решением будет. Или вернуть нацпровки. Тоже. Ничего так.
Снова Брауншвейг хочет сдаться. Ну-ка. Может, они передумали? Нет. Меня не интересует то, что долбанные требования. Дорогие друзья. Провинция какая-то там стала реформаторством. Вот, блин. Эти вот ушлепки тут. Все загасили. Ой. Все. Брауншвейг выиграет. Битву. Держава Льеж. Шведы свои осады что-то выигрывать начали. Непорядок. Московия вот такой себе не позволяет. Слушайте, как интересно. Давайте мы Речи Посполитой что-нибудь отдадим потом. Вот, например, Калугу. Новые Техи. Дипломатические. Стоимость аннексии будет дешевле. Полезно. Любек взят. Думаю, Ганзе можно уже мировать. Я прошу самую малость. Еще одна заблудшая овца вернулась. Выиграли Утрехт. Давайте-ка. Дорогих ребят загасим тут. И поедем сюда. Эльзас вступил в Лигу за католичество. Брауншвейг все мне предлагает эти провинции Ольденбургу передать. Как-то неинтересно. Совсем неинтересные штуки дают. Вот смена религии, я согласен. Сейчас их осадят, Аугсбург. И все. И порядок будет. А пока я вон отряд сюда перемещу. Утрехт капитулировал. Нет, дорогие. Я хочу, чтобы они религию сменили. Гаус стал реформаторством. Да бесят, блин. Злой. Окей. Би. Чё там, Москва уже? Да, задница Московии. Сколько ее тут насаждали.
27% уже. То есть помимо Калуги можно будет передать уже и остров. Хоум вот нельзя еще. Пока. Ну, мы подождем, посмотрим, что из этого придумать можно. Бурбон, Испания. Так, давай. Далее. Сюда. Нассау взяли. И на предложение Финляндии. Ну, в Финляндии надо религию навязать. То же самое. В принципе. О, смена религии. Катит. И репарацию выплатят. Все, норм. Гуляйте смело. Финляндия из католичества теперь. В принципе, таки есть. Исторически. Так. 800 тысяч. Надо бы присоединить к кому-нибудь. Давайте туда. И что еще мы не осадили? Гамбург, Исландия, Утрехт, Брауншвейг. Брауншвейг полностью захвачен. Ему мир можно уже предлагать. Давай, короче, меня религию не ломайся. И в копеечки, конечно же, мне. Это все. Так. Все, Брауншвейг принял. Приложение Амиге. О, совой я в лиге за католичество. Ребятки, тут бяка произошла. Какая-то. Так. Курфюрист умер какой-то. Какой только, подожди. Какой-то из тех, кто меня поддерживал. Саксония, ребят. Саксонию кто-то сожрал. Подонки, это Бранденбург, ребятки. Надо разобраться с ней будет. Окей. Давайте тогда Сиены вернем. Так сказать, престол. Ну как престол? Титул курфюриста. Сиена вроде меня любит. И вообще норм. Страна. А, я не могу, походу. А, как не могу? Это ж через дипломатию назначается. Забыл уже. Утрехт. Все еще хочет сдаться. Но мне не нужно пока никого освобождать. У меня будет немножко по-другому. Аугсбург, ты упоролся. Не надо их трогать. Сейчас всех на смену религии отправим. Мирное предложение державы Клеве. Не, дорогие. Вы так просто от меня никогда не уйдете. О, нормально. На репарации не согласны? Ну ладно. Все, и Клеве перешел в католичество. А Лига за протестантизм все растет и растет. Фрашка в Лиге за протестантизм. Паролишь, что ли?
Какие-то странные тут вещи творятся. Время Дании, Финляндия, Курляндия, Швеция. Московия, Брумшвей, Утрехт. Вот дядя Султан меня напрягает очень сильно. Псковская область, Рига, Пфальц. Короче, я и куча миноров. Ну, Испания. Единственный. Нормальный. Норвегия так. Тоже, в принципе. Чуток нормальная. Ладно. Продолжаем, значит, наши осады. Почему тут минус 63%? Все херовее и херовее с осадами происходит. Наверное, людей мало. На унию согласны. Не, дорогие. Сейчас мы порешаем кое-что. Всех загасили, козлов. То ли еще будет. Шведы не согласны, чтобы Смоланд перешел, а шведам надо бы, чтобы паровка какая-нибудь шведская ушла. Так, Рига, Курляндия. Это Курляндия? А, это все Курляндия. Ну, с Курляндией, значит, еще долго будем разбираться. Ну, подождем. Подождем. Нет, Курляндии просто поражение я не предложу. Ну-ка, если они уже на мировую идут, Квендон, Речи Посполитой отдать. Стрийский вассал. Операция. Смена религии 109. Ладно, давайте Квендон, пошли в баню. Венеция в лиге за католичество. Самым прикольным будет, когда Великобритания пойдет в лигу за католичество. Вроде заклятые враги со мной, а все равно пойдут. А в лиге за протестантизм вон, такие истинные протестанты, как Фрашка, дядя Султан, Московия, кто-то там еще. Ну и еще те, кого я сейчас перекрестил. Сильно. Сада принцы Гамбург выйдет. Опять Фрисландия. Мировать хочет. Давайте посмотрим, может, ничего умного они мне не предложат. Кроме смены религии. А, смена религии 79%. Ну, это все объясняет. Хорошо. Будем тогда ждать. Ну-ка. Утро что-то как-то совсем задохнулся. Ну и они менять свою религию не хотят. Крупное восстание. Ну, разберемся сейчас с ними. Гамбург только вот тут чуть-чуть захвачен. Сейчас Нормандия его осадит. Московия серьезно так загашена, может ей уже мех предложить.
29%. Калугу и остров предлагают, да? Забрать. Выплатить дукаты. Репарации не захотят платить. Точно. Ладно, давайте. Давайте пока так. Две паровки. У моих у всех вообще желание воевать высокое. Круто. Сейчас тут осада закончится и будет все. Подкупим Римского. Так, потом. О, все, Гамбург взят. Стоять, бояться. Требование мира уже идет. Надо забраться тут. Так. Гамбург может освободить Гольштейн. Но самое вкусное для меня именно вот это. Ну и репарации, наверное, не захочет здесь заниматься. А нет, захочет. Все, нормально. Пусть все в католичество переходят. Чуть-чуть додавить их. И все. Будет конец. Тоскана просит моей помощи в папской войне за возвращение провинции Абруццо против папской области. Ну, то есть, слушайте, я за нарушение перемирия, какая-то бяка произойдет, как думаете? Так, кто у Тосканы вообще в друзьях? Сколько интересно. А, это папская область же, подождите. Я ж Тоскана уже. Корсика и Милан. Слушайте, у меня людей нету. Какие? Буду-то. А, ну у меня венгры есть, конечно. Ну, венгры это как-то не знаю. Ладно. А, подожди. Стоять. Ой, я Сиена, Венеция. Тут лиги изменились. Кстати, чуть-чуть. Ну ладно. Так. Я просто не знаю, если я с Пфальцем поругаюсь. И с Савой, может произойти нечто нехорошее. Ну ладно. Была не была. Я все-таки император. Придется помогать.
А, битва-то с папской областью, Рагузой и Савойей, только и всего будет. Ну, пусть они пока тут повоюют. Чутка. Я сейчас досаждаю. Все, что осталось. И пойду. А, слушайте, мы же еще крестьян не задавили. Да, надо помочь. То есть задавить. И... А, командир есть. Осада Бремена. Все, Фрисландия взята. Фрисландии мир. То же самое с многоликими. Дуката и папцы. Опять овца какая-то вернулась. Все, вот эти вот отряды надо будет послать. Ладно, давайте уже мировать начнем. Тимута их там с ним намучился уже. Пусть Гёльден высвободит и идет в баню. Ну и по рации еще деньги. Вставляем княжество. Отлично. Вот только засранцы протестантами стали. Ладно. У нас остались шведы. Шведы. Нет, датчанам ничего нельзя передавать. Пусть засаждают их, наверное, до смерти. Хотя, ладно, давайте. Война это уже долгая. Наверное. Наверное, вот так сделаем. Так, Финланд. Нет, мне ничего отсюда не надо. Вот это вот был пару пробок. Дать. Давайте подождем тогда. Чуть-чуть. А вот эти гати объединяем. И в Саою. Всю Финляндию осадили за санкции. Ладно, Смоланд. Пусть отдают Испании. Платят мне дукаты. И все. Шикарно. И осталась только моя ненаглядная богемия. Пусть Силезию создаст уже, господи. Потом Уния.
Смена религии, к сожалению, не навязать им. Таким образом. Ладно. Репарации хоть проплатят пусть. И агрессивное расширение я, наверное, не буду делать, потому что может какая-нибудь бяка произойти. О, договор со шведами пусть расторгнут. Богемия теперь в рабстве у меня. Давайте теперь тут мои несметные рати направим. Загасим папу римского. И все. Нормально будет. Снова обо мне все хорошо думают. Ну, все те, кто могли бы. Богемия все равно в лиге за протестантизм. Интересно. Сардиния, Ульденбург уже. Нет. Так. Интересно, а есть тут какая-нибудь штука? А, к оружию. К оружию, к оружию. А. Давайте позовем Речь Посполитую. Наши друзья все-таки помогут. Все. Ладно, давайте их гасить дальше. Еще кое-что, у меня военные очки накопились. Очки. И мы построим здание. Казармы и бла-бла-бла. Так. Потому что опять с рекордами беда какая-то. Произошла. Плюс ноль, плюс ноль, плюс ноль. Как интересно. Тут плюс семь, плюс пять, плюс 16. Странные вещи. Давайте поставим, может это как-то связано с тем, что война идет. Денег дофига, очков тоже достаточно, думаю, много будет. Давайте в столичке, в Вене, точно вот это вот поставим. И где-нибудь в Остмарке. Все. И у меня, наверное, да, есть некоторое количество наемников, я могу нанять. Давайте найму. Всех, кого можно. Пригодятся сейчас. Чито, за Абруццо поиграли. Так упорото. А, это там 2000, наверное, прошли. Ну все, наемники сейчас скрафтятся. Большая Ньюфаундлендская битва. Ну тут колонизация уже идет потихоньку. А мы белые вороны. Вообще можно, по идее, сделать что-то такое, но вряд ли я решу. Ну ладно, так, выделяем отряды. И в Боснию. Сейчас рагузу гасить будем.
Агагузу, походу, и так загасит. Без меня. Пойдем бы хоть выскать Венецию. Ладно, буду пускать Венецию. Пока она на моей стороне в лиге. Пусть будет так. Так, и вот еще чего. Поляки. С кем там? С Ауэ и с Корсикой, да? Или с кем там воевать? С Агузой. Ну все, я сейчас выиграю. Несложно. Ничего, тася у папа римского мушка. Мы еще сейчас и поиграть можем. Все, выиграли за Вальштадт. Мы в пути у дипломатов там чудо не срослось. Так, и национализация. О, поставочки. Казарма. Где еще можно? Тут по 44, 52, 48. О, нормально. Прелестно. Остается добить эту войну и все. Кстати, войны тут понести придется. Тут беспорядков поменьше было. Все, папа римский завассален. Ну, ой, блин, завассален. Че я за бред сказал? Загашен он. А ладно, давайте подождем еще с этими чуваками, разберемся. А все, заключили мир. Отлично. Класс. Ну, ребятки, на этом и закончим. 600 тысяч, тысяча. Серьезные потери мы понесли на этой войне. И это, к сожалению, придется признать. Армии моих на чужой территории, походу, нет. Ну да, в Вальштадте и Рагузе только. Доступные национальные решения. И появилась вера терпимость. Все. Сейчас. Фальцевый союз предлагает, соглашусь. Ну и на этом пока все. Закончим. Уже и так много чего наделали. Нарешали. Тут вот эта вот бредятина какая-то у госпитальера. Вот. Да, интересные вещи происходят. Воистину интересные.
На этом, в общем, закончим. На этой прелестной ноте. С вами был Дмитрий. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте пальцы. Всего доброго, увидимся в продолжении прохождения. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys!